Всем привет! Супруга Василия Ланового, Ирина Купченко, дала интервью, в котором рассказала о том, что медики выяснили о состоянии 86-летнего актера. Мужчине сделали компьютерную томографию, диагностику с помощью рентгеновского излучения. Она показала, что вирус уже атаковал дыхательные органы артиста. Пока поражено 5% легких, и ситуация может ухудшиться в любой момент. Медики диагностировали у Василия Ланового пневмонию. Врачи подобрали для пожилого пациента бережный и слаженный формат лечения в соответствии с его состоянием. Ежедневно сотрудники больницы будут брать у мужчины кровь и расшифровывать результаты анализов. В ближайшее время, по словам Ирины Купченко, врачи не готовы отпустить Василия Ланового на домашнее лечение из-за серьезных рисков. Он будет лежать в клинике как минимум 10 дней, чтобы врачи могли контролировать все изменения, которые происходят в организме артиста. Медики разрешили супруге актера отправиться домой для того, чтобы восстановить здоровье. У женщины признаков поражения легких не нашли. Однако Ирина Купченко не торопится покидать тяжелобольного мужа и беспокоится о его состоянии. Она решила остаться в стенах больницы, чтобы присматривать за Василием Лановым. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!